Восстановительные работы в возорвавшемся доме на улице Фучика завершены. Об этом сообщили городские власти. Напомню, весной в квартире на 5-м этаже произошел сильный взрыв. В этой квартире проживал некий блогер Михаил Помилов, увлекавшийся взрывчаткой. Он пишет о взрывчатых веществах книгу. Что именно взорвалось в квартире, до сих пор не установлено, но в его гараже была выявлена масса незаконной взрывчатки, вплоть до гранат и выстрелов гранатомета. Его сейчас судят за незаконное хранение боеприпасов, но во взрыве не обвиняют. Что касается дома, то взрывом были разрушены и повреждены несущие стены и межэтажные перекрытия. 4 квартиры, в том числе и квартиры, где жил блогер, восстановлению уже не подлежат, и хозяевам дали новое жилье. А вот остальных жителей из 2 подъездов временно выселили, и специалисты проводили в доме восстановительные работы. Их планировалось завершить в августе, и работы завершены. Строители сейчас выводят свои вещи с объекта. Восстановительные работы закончены? Чисто физически закончены. А что значит чисто физически? То есть то, что по проекту было предусмотрено, все сделано. А что было по проекту? Усиление конструкции, металлоконструкции, плюс карбоновое полотно. Усилено, все заштукатурено. Вот, это усилено на каком этаже? На 5-м, по-моему. Или на 4-м. Ну, на 4-м и на 5-м. На 4-м. Одним компонентом, на 5-м другим. Администрация говорила, что работы закончится в конце августа. За это время была демонтирована плита перекрытия 5-го этажа с 4-м. Она полностью демонтирована и сделана металлоконструкция, которая укреплена углеволокном. Вот якобы это придает жесткость, но опять-таки это современный материал. Я не могу сказать, насколько они хороши. А можно в квартиры жить, с вашей точки зрения, заезжать? Но там же изначально, я так понимаю, что было, что люди больше не будут жить в этих, ну, именно в этих квартирах. А для чего так укреплять? Чтобы дом не рухнул, чтобы не разбирать его. Сейчас эти конструкции усилили, они будут дальше работать ровно столько, сколько здание простоит. Никаких, скажем так, дальнейших разрушений это точно не поведет, 100%. Можете быть уверены. То, что поставили 2 решетки, 2 стены укрепили, это я не считаю аварийно восстановительным работой. За сколько месяцев? Это? Ну, с июня, наверное, у них начались они. И лифты остальное... нам, как эксперт сказал, что даже не ждите, только через 3 года. Почему это? А вот так вот, потому что... Обещанного 3 года ждут? Да, наверное, да. Все 7 этапов аварийных работ восстановительных на сегодняшний день выполнены, укреплены конструкции, и в данный момент производится очистка помещений от мусора и вывоз. Следующий этап восстановления теплового контура, для того, чтобы здание могло спокойно эксплуатироваться в зимний период. Я со своей точки зрения считаю, что полное восстановление жесткости несущей конструкции до нормативного и выше нормативного уровня позволит нормально жить в этих квартирах. Сами бы переехали, жили бы здесь, вот если вам так? Мне много в жизни приходилось и жить в домах, которые, честно говоря, находятся и в худшем состоянии, и построены были значительно раньше. Я считаю, что в данном доме вполне возможно жить, и качество жилья на высоком уровне. Кстати, сейчас городские власти запросили в МЧС проведение еще одной экспертизы с привлечением из Москвы специального комплекса «Струна». Лишь после этого обследования жителям будет разрешено вернуться в первые 2 подъезда.